Поможем ветеранам расчистить снег во дворе, а также решим все бытовые проблемы. С такой инициативой выступили активисты молодежного крыла «ЖАС ОТАН». Участники данной организации уже сегодня поспешили на помощь пенсионерам. Подробнее в репортаже Нурилы Туржан. Сергей Ляхов – ветеран Великой Отечественной войны. Ему 91 год. Пенсионер признается, что буквально 10 лет назад вместе с супругой всю работу по дому делали сами. Однако, когда жены не стало, работа по хозяйству взвалилась на плечи старика. К счастью пенсионера, в тот момент на помощь приехала его дочь с зятем. А на сегодня в подмогу семье приехали и жасутановцы. Молодежное крыло «ЖАС ОТАН» партии «Нур Отан» Карагандинской области совместно со всеми молодежными организациями управления по вопросам молодежной политики сегодня дал старт акции «Ардахтым Ардагерым», что в переводе означает «уважаемый ветеран». В рамках данной кампании мы на протяжении 3 месяцев до 9 мая будем посещать пожилых людей, ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и помогать им по хозяйству, в посильной помощи, в уборке снега. В свою очередь Сергей Семенович не растерялся на вопрос ребят, чем еще помочь. Он сразу показал сломанный забор и попросил починить его. Забор тут вот надо поставить. Ну вот. Будем приходить делать. Поможете. Конечно. Большое спасибо. Просьбу ветерана трудовой отряд обязался выполнить. По словам организаторов акции, на данном мероприятии принимают участие более 30 человек. В свою очередь, они пообещали приходить на помощь ветеранам каждую неделю. Как отмечают жасутановцы, принять участие в этой акции может каждый, вне зависимости, состоит он в молодежной организации или нет. Нурила Туржан, Евгений Афанасьев, 1 Карагандинский.